4 в поле. 4 на 4 играют. Для Ивана Лобанова счет 1-0 забил Максим Пегов. Забил там? А, ну да, или тут этот. Он забил, что ли, там все-таки? Thank you.
3-2. Иван Борис удален с поля, задавив задний соответствие экипировки в черные шорты. Не подходит для игры в футбол. Надо играть только в желтых. Судья. При этом он играл пару минут, несколько уже. Но судья решил, что в конце игры надо, в конце первого тайма нужно прогнать. Энергия впереди. Thank you.
Динамо взял соперник при счете 2-5. Сыграют примерно 10 минут. Yeah.
Вана за один, Чехова 2. Марс за один и Катеров 1. Конченый придурок, блин.